Крутые подъемы и спуски среди красот Доломитовых Альп в Италии. Но этим велосипедистам некогда любоваться пейзажами. Здесь проходит первый этап самой сложной гонки на маунтинбайках в мире. Мужчинам предстоит преодолеть трассу длиной 86 километров. Ее высота местами достигает 4500 метров над уровнем моря. Женщины должны проехать 60 километров на высоте 3000 метров. Почти на всем пути спортсменов подбадривают болельщики. В мужской гонке первым пришел колумбиец Леонардо Паэс. Причем это его 7-я победа. В этот раз она далась еще труднее. У спортсмена возникла какая-то проблема, ему пришлось остановиться, а потом начать все сначала. Я рад снова победить здесь, это великолепно. Нелегко победить в этой очень трудной гонке 7 раз. Всегда бывают минуты, когда говоришь «мама мия», поскольку кажется, что не справишься. Среди женщин первая пришла немка Адельхайд Морат. Она оторвалась от ближайшей соперницы на 15 минут. Следующие два этапа гонки этого года пройдут в пустыне Дубая и джунглях Таиланда. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.